Ну что, наконец-то игра вторая на сегодня. Коллектив Ложь и команда Red Moon. Ну и переходим смотреть эту игру. Red Moon начинают за атаку. И опять же карта The Inferno. Очень интересно, конечно, но Inferno по несколько раз. Ну, конечно, за сегодня она явно надоест нам. Но ничего, смотрим. Первая пистолетка и атака опять же действует по второму мидлу. Второму мидлу собирает информацию команда Ложь, ну и, конечно, не лезут на поджим. И атака также не торопится разыгрывать пистолетку. Нет быстрых раундов. Быстрого раунда, точнее. Ну и что, смотрим. Смотрим. Сейчас будет принимать у нас парень. На ребрах будет забирать, видимо, игроков на полтора. Но там же располагается масса игроков, и на них выпад. На них выпад, накинутый смок, отдымляют игрока. Ну и дальше. Дальше располагаются уже практически по... всему пленту А, но зайти в него крайне тяжело. Сюрприз, спайк по фрагу. Две головы плюс плент выпал. Но дальше выход есть. Есть выход, три игрока. Есть у Редмонов. Героин разбирается. Героин в одиночестве пока что открывает А, плент для своих тиммейтов. Героин минус три в раунде. Минус три. Раскидал плент А в одиночестве. И игроки дефенса уже остались вдвоем. Инферно и Тони, два игрока. Ну что, героин, давай эйс, братан. Все возможно. Инферно. Минус один. Тони падает. Инферно один. Один против двоих. Пленте два игрока. Инферно. Один фраг. Все. Ну. Ну. Не хватает патронов на героина. И минус четыре на первой пистолетке от команды Red Moon. И первый взятый раунд. 1-0. Спайк дернулся так нормас. Да нет, все хорошо. Первый раунд для Red Moon. Первая пистолетка за ними. Ну и пока у ребят получается все, что они... задумали, судя по первой карте. Но теперь команда, конечно, посильнее им предстоит пройти ее, если пройдут. Ну, смотрим. Экономически со стороны команды дефенса. Ну и что же делает атака? Располагается по всей карте, по всему линии фронта, так сказать. Ну и занимают уже дугу. Так, игрок, героин забирает. Как он забрал? А, понятно, все. Героин забрал дугу. Первый опен фраг есть в этом раунде от атаки. Есть красный ор, 6% здоровья. Ну и выпад на мидл. На мидл, игрок на зелени, ГГВП ему, метод падает. Отличная голова от сюрприза, мазафака. Ну и что, героин, минус Тони. Минус Тони, надо забирать игрока на хелпе и... Нет, не хватает у рефлекс патронов, но чек справляется. Забирает спайка. Последний мазафака. Один игрок с Галилом. Ну, как я понимаю, это будет сейвить. Да. Ну, сейв девайс это самое оптимальное, в принципе. Ну, и игроки атаки ищут. Рефлекс погнал на выбивание. Конечно, у него USP. Его можно. Можно потерять, так сказать. Ну, посмотрим. Но эта игра уже будет явно поинтереснее. Я думаю, это понимают многие. На первой игре не все сложилось у соперников Red Moon'ов, так что во второй нас ждет хорошее противостояние. Да нет, нет, ретрайв не будет, как ты пишешь, хадыш. Но все же. Все, девайс за сейлинг, второй раунд за Red Moon'ами, 2-0. 2-0. Собрали кукурузу команды Ложь. Ну и сейчас очередной экономический раунд. Но тут уже, знаете, как-то поинтереснее. Уже дефенсы начинают как-то, не знаю, убивать что ли. Не так, как соперники в прошлой битве Редмонов. Не так, конечно. И это, я думаю, будет поинтереснее. Так, 2D на зелени. Метод будет с дигла крошить сейчас игроков атаки. Если, конечно, будет. Парни располагаются. Опять же, на втором миде. Плюс мидл ковры. Ну, играют. От минуса, по большей степени, да. Ну что, смотрим. Очень затяжной раунд. Опять же, понимают, что Ложь-то команда посолидней будет. И Red Moon'ам придется потеть. Придется, но пока у них все получается. Да, Ложь с Red Moon'ом, да. Ну, видно, что на хелсбарах, что ты спрашиваешь, чувак. Ладно, розыгрыш мидла, не топы. Хае граната, по таймингу, рефлекс, забирает одного, спайк разменит, убивает один девайс, метод, минусует Чеха. Все, 2D не сработало практически, игроков дефенса их отдымили, но один фраг все-таки прошел. И стяг на точку Б, это понимает прекрасно Тони и метод. Ну и выпад, мазафакер, мазафака, чувак, минус один, разменивает Хантер.
Но неудачная флешграната накинута от своего же тиммейта, если не ошибаюсь. Ситуация 2 в 3. Есть один девайс у Спайка. В плен зашли. Героин. Два фрага от героина. Ну, ну, чувак, а было на грани. 14 хп. Если бы не реакция героина, ну и нехорошая, и хорошая, точнее, стрельба от этого парня. И все бы было плохо, если, конечно, они бы не взяли. Да. Но ничего, не сливают свой байраунд игроки Редмона. Ну и да, я с тобой согласен, Аймер, что реально пока что смотрятся Редмоны, но посмотрим за первым закупом от команды Дефенса. Хае, есть информация по небу. Залез, тип, на маяк. Да, Инферно, open. Open от Инферно, я как понимаю, он ковры принимает. Да, минус один на винте сделал этот парень. Накинутый смог. Ну и пока что все. Пока все, чем может похвастаться этот парень. Опа, а вот сейчас будет интересно. Ну там уже проходит героин, конечно, на коврах. И будет прием от Инферно. Так. Ой, зачем? Зачем? Сейчас может выйти на неждан просто игрок атаки. Что он и делает, и героин open. Опа, на точке А рефлекс должен занимать двадцатку. Есть один парень там. Ну, чувак, выпад. Выпад не контролит метода. Метод, один фраг. Один фраг от метода. Ну и второго. Да, метод, шикарно. Минус героин. Забирает еще одного игрока. Ну и теперь чех с хантером остаются вдвоем. 7% у чеха и хантер сотый. Ну, вдвоем будет крайне тяжело разыграть этот раунд. Спайк оттягивается на точку Б. 2 в 3. Вся надежда на Хантера. У Чеха просто-напросто 7% здоровья. Ну и Спайк. Спайк понимает, что в плент уже парни зашли. Установка, установочка! И да, плент установлен, но Хантер падает. 7 хп у Чеха. 1 голова Спайку. Шикарно. Ну что, 1 в 2. 7% здоровья. Смог не будет. Метод неплохо. Справляется метод. Первый раунд коллектив Лож забирает, играя за сторону Дефенса. 3-1. Ну да, я с тобой не согласен, 86-рек. Я с тобой явно не согласен. Финал, да, но и групповые стадии довольно-таки все неплохо. И есть хорошие, сильные команды, так что это все нормально. Ну что, смотрим дальше. Был установлен пакет, деньги должны быть у Редмонов. Но, как я вижу, есть диглы, героин, дигл, да. Дигловый раунд в исполнении Редмонов, видимо, с первой броней. Ну, хз. Не знаю, честно говоря. Посмотрим. Все равно, дигловой раунд, но он тоже затяжной такой, да? Парни не собираются выходить фаст раундов. Героина уже просто закидывает, оставляя ему 22% здоровья. Ну и парни уже чуть-чуть подавлены, мне кажется. Но на винте спокойно располагаются. Ковры не смотрят у нас игроки дефенса. Ну и дают, так сказать, пространство. Дают пространство. 5% у сюрприза, да ладно. Также хайгрант. И так, Хантер сидит белый на дуге. Два игрока там располагаются. Ну все, видимо, на точку Б будет стяг, либо жена, потому что, ну, вот, с банана отходят два игрока. Да, на мидл. На мидл и будет принимать у нас сейчас метод Стони. Смотрим за этим приемом. Слышит, слышит, где располагается масса игроков атаки. Отлично, Стони. Голова, минус рефлекс. Еще мидл. Кукуруза, Тони, два фрага и метод. Метод забирает два фрага в свою копилку, приносит парни второй раунд для команды Ложа. 2-3. 2-3, ну собрали кукурузу, это очевидно, парни располагались у нас на мидле. Ну и спокойно, а вот и дерзкий, да, а вот и дерзкий, это тот мазафака. Ну что, 2-3, 5 раундов позади, и пока Лож радует. Конечно, за дефенс принимают пока на уровне, раскидка на дуге происходит у нас от игроков атаки. Опять же, 3 игрока располагаются на той самой дуге, плюс 2 на миде, в смог пытаются насканировать игроков дефенса. Но не выходит. Там и полтора уже, если не ошибаюсь, занято одним из игроков. Да, это метод. Посмотрите, метод сейчас будет заходить просто практически в спину. Опа, первый есть от метода. И, конечно, отходит. Неплохо. Open дал, отошел вполне нормально. Ну и с Инферно вдвоем с методом справились. Ну что, Ор, Чех и Хантер. Три игрока на своем закупе. Просто отсиживаются на фонаре и на мидле. Хантер, один фраг. Размена дерзкого. Метод. Метод понимает уже, что надо оттягиваться. Метод с ним просто играется как-то чех.
выжидает его. Ну, сейчас должен забирать. Чех, нет, дерзкий. Два фрага от дерзкого принимает парень, так сказать, бэплэнд. Забирает яму и 3-3. Лож сравнивается. Но Redmond как-то просели, я вам скажу. Играют от минуса, и это у них не выходит. Потому что лож не сидят спокойно в плентах, так сказать. Они также идут на поджим. Ну и у них это получается. Если получается, почему бы это и не пробовать, да? Тактика, тактика. Ну, бывает. Бывает. Ничего страшного. Тони уже поджал. Сейчас понимают уже игроки дефенса, что это экономически. Но фрага с АВП не было. И, конечно же, он отходит. Так, прием. По ногам, по пяткам. Проехались. Должен забирать. Ну, зря открылся. Зря открылся. Метод. Минус 2 делает. На ребрах забирать еще мидл. Метод. Метод. Минус 4. Шикарный прием от метода. Собрал, братан, кукурузу. Ну и последний хантер остается в одиночестве. И дерзкий не дает сделать эйс. В итоге четвертый раунд за командой Лоджи. Парни выходят вперед. Лиз, да, привет, это Лан. Это Лан в СПБ. Вторая игра в групповой стадии группы А, кстати, да. Ну и вторая посадка будет, как я понимаю, после еще одной игры. Три игры пройдут, и потом будет все нормально. Ну что, смотрим дальше. И теперь есть у нас полноценный закуп у Редмонов. Есть одно АВП Чеха, от которого, я думаю, будут отталкиваться. Но уже метод занимает метод. Отлично, метод. Две головы, так сказать, отвесил, забрав АВП. И плюс прожим прошел по Ору. Ну и все. Парни гуляют по карте уже, игроки дефенса. Один поджим, и Редмоны просто рассыпаются. Метод опять. Минус. Минус от метода. Он должен еще забирать. Да, метод и Инферно. Очередные минус 4 от метода в раунде. Ну и пятый раунд за командой Ложи. Неплохо. 8 раундов сыграно. Так, парни, не тупите, пожалуйста, в чате. Ладно, выпад на точку Б, это банальный фаст раунд. Ну и опять же, на метода. Парни понимают, так сказать, как будто бы, где он находится. И всегда идут на него. Метод, минус 1. Минус 4 от метода. Ну, парень просто собирает кукурузу. 22 к 3. Я не знаю, что с ним творится, но сейчас он, конечно, красавчик. Да, тут спору нет. Тут, конечно... Спору нет, что метод сейчас боржит и вытаскивает всю команду. Посмотрите, он один набрал больше количества набитых фрагов, так сказать, чем вся его команда. Ну, конечно, тут не на фраге идет игра, но все же. Все же. Так, АВП поджидает, АВП падает, пытался быстро занять дугу у нас АВП Ора, но нет. Чех сбривает метода. Ну и что, 4 в 4. На я... Опа, на небе. На небо залез один из игроков. Так, не вышло. Чех минусует Инферно. Ситуация 3 в 3. Спайк с Тони. Ой, Тони точнее и дерзкий. Голова дерзкий. Шикарно. Минус Чех. Минус Спайк от героина. 2 в 2 ситуация. Рефлекс и героин остаются вдвоем. Но что-то парни уже присели. Просели, это явно видно. А, ну возможно. Возможно, но сейчас, да, если выражаться твоим сленгом, то он не синий, я так думаю. Но ничего, розыгрыш Б-плента, времени мало, не понимают. Ну как, понимают парни, конечно, что это стяг на точку Б, но все-таки Тони страхует. Страхует А-плент, а тут АВП дерзкого должно справляться. Есть, смог будет накинутый на респаун, да. Все, на хелпу накинут смог, в ногу попадание есть, отлично справляется. Не отображается смог почему-то, но... А может, это и к лучшему, да? Так, дерзкий. Дерзкий. Пытается насканировать смог. Стоит вплотную в арке. А героин. Героин на кафеле. Героин может нарешать. 47 хп. Два красных игрока. Надежда на героина практически. Да, героин минус дерзкий. Тони последний игрок. И рефлекс выходит из 5. И забирает игрока. 6-4. 6-4. Редмоны наконец-то собрались и спустя 6 раундов взяли свой первый
после 6 проигранных. Ну что, неплохо. 6-4, 10 позади раундов. И пока я бы не сказал, что игра изи, как было в прошлой битве. Сейчас вполне таки нормальная штука. Ну что, чек занимает опять же небо. АВП пропустил. Пропустил. Ай-яй-яй, какая ошибка от Тони. Ор забирает его. Да нет, не трясет, чувак, ты что? Хочешь сказать, что парень приехал в клуб, уже там заранее настроил свой софт и начинает божить, да? Нет, чувак, тут такого явно нету, и этим мне и нравятся лан-турниры, в том, что нет такого, да, споров, как вот турниры я комментирую на одном из проектов. Нет разбирательств, нет споров. Ну что, 4 в 4, ситуация, прошли по одному опенфрагу. Подсадка в люльку довольно-таки быстро. Довольно быстро, но дальше. Дальше что будут делать? Выпадать, как я понимаю, на ребра. Там будет прием от зелени, мета. Да, один фраг от мета. Ну вот неждан, а вот и неждан, героин. Один фраг. На размене, как всегда, мета. Как всегда разыгрывает этот игрок. Ну и ситуация 3 в 2. Ор и чех. Два парня, которые отходят на Б-плент. Либо же на сейф. Нет, точка Б, а там будет принимать Инферно. Со своим АВП пропустил первого. Забрал АВП Ора и чех. Остается один. Да, остается в одиночестве чех. И, конечно же, уже стягиваются игроки. Присел. Парень присел. Инферно. Ну что, хороший прием. Плента Б. Ну и разобрался с двумя игроками. В итоге седьмой раунд за командой Дефенса. 7-4. Да уж. Не все так гладко, как в первой карте у Редмонов, да? На первой карте, конечно, парни чувствовали себя уверенно, особенно после взятой пистолетки. И после того, как взяли еще два раунда, парни, в принципе, были уверены в себе. И, конечно, нормально было все. А сейчас вот играют какие-то форсбаи, диглы. Ну и что, выпад на мидл. Смотрим за кукурузой. Где? Где наш метод? Тони! Прожим от Тони теряется. Один девайс там дерзкий, хелпует с ковров. Спайк. Спайк один, ну что, дерзкий. Должен принимать еще голова рефлексу. Последний хантер. И его забирает Спайк. Восьмой раунд. Очень быстро разобрались в этом раунде. Шиммер 13.37. Ну да. Точка Б. Парни решили играть фаст раунды, похоже. Так, Гетрайт, если не ошибаюсь, занял один из игроков. А вот и выпад, метод и Тони разбираются, но прожим в дальнейшем у Тони не прошел. Тони что-то больше играет как-то на прожим. Это заметно. Это заметно. Ситуация 2 в 3, установка пакета на споте Б. Ну и парни уже готовы выпадать на игрока. Отдымляют. Дерзкий и Спайк. Ай, неплохо. Разобрались с двумя игроками, но плент был установлен. Как видишь, играют, Кивик. Еще как видишь, играют. Плент был установлен, экономика будет у Редмонов. Девятый раунд за командой Лош. Ну все, на три раунда как минимум Лош идут победителями после первой стороны. Но еще будет вторая, а мы помним, как Редмоны играют за сторону Дефенса. Они очень хорошо разобрались с игроками, ну и, в принципе-то, не оставляли шансов своим соперникам в первой игре. Помимо этого, в чат на Твича есть чат, который я скину сейчас вам. Ладно, Спайк принимает одного, но тут опять же кукуруза, но в этот раз не метод, а Инферно. Я не знаю, играли экономические парни, как на меня, так зря можно было сделать какой-то форсбай, потому что, ну, 10-4 это уже плохо. Не возьму сейчас, это будет ГГВП. А, Кивик, ну, подписан, хорошо. Подписан, здорово. Ладно, завершающий раунд первой стороны у нас проходит на карте The Inferno, Лош VC Redmon, и пока у Редмонов явно проблемы есть. Явно проблемы, а это уже прискорбно. 4 раунда за атаку, это, конечно же, мало. Можно брать намного больше.
Да, метадон, еще будут игры, ты что? Сегодня допоздна. Метод забирает ора, размен от героина. Метод идет просто на поджим и оставляет своего игрока вот в одиночестве. Дал бы два фрага, вопросов нет. Но так, всего лишь один. Хантер и Чех по фрагам. Спайка и Дерзкого оставляют вдвоем. Розыгрыш от этих игроков, ну и все-таки располагается один на точке А и один на Б. На месте этих игроков я бы, может, сделал укрепление. Укрепление, возможно, было бы хорошим решением. Дерзкий open фраг дает информацию о том, что это точка А. Ну и стоит за сигаретой парень Мансуй. Дерзкий, минус 2 от Дерзкого, но рефлекс заставил парня понервничать и выстрелить. Так, Плент дал установить 1 в 1. Рефлекс против Спайка. Ну, мне кажется, Спайк может. Спайк. Спайк. Прожимчик. 13 хп остается, но все-таки дефьюз Плента проходит. Дефьюз Плента и 11-4. Ну что, неплохо. Вторая половина у нас практически начинается. 11 раундов Лош забрали, играя за сторону дефенса. Угу. 4-11 и смотрим дальше. Так. Да, сейчас будет все зависеть от первой пистолетки. Надо брать Редмоном эту пистолетку, безусловно. Ну и что, аркада Б плента по дефолту от игроков ложь. Ну и парни останавливаться не намерены. Смотрим, выход, выпад на кафеле, уже есть масса игроков. Хантер не принимает, плюс ХАЕ под ноги, Хантер. Вау, но если бы не Чех, было бы все очень прискорбно. Хантер остается сидеть в пленте, Хантер, голова. Ну и последний остается, это Инферно, ГГВП, братан. Очень плохая пистолетка в исполнении команды Ложь. Отлично, отлично сыграли Редмоны. Сразу моментальное укрепление пошло у нас на точке Б. И, конечно, без шансов на установку хотя бы плента для команды Ложь. 11-5. Ну, вот вторая игра более интересная, да, чем первая. И это уже не может не радовать. Еще будет одна встреча в группе А. Как я понимаю, да, или две даже. А потом будем переступать уже к группе Б. Там будет посадка, будет небольшой перерыв. Я думаю, минут 20, так что там разберемся. Ну что ж, Инферно минусует Ора. Выпад на мидл, Тони. Один фраг прошел, но Инферно также сразу погибает, не успев даже взять девайс. Погибает еще парень, но вот Спайк с диглом. Два девайса выбили, чуть-чуть, так сказать, дали шансов на выбивание девайсов, чтобы потрепать немного экономику Редмона. 11-5 счет. Да, не флудите, пожалуйста. Еще один флуд, парень. Ну, я после игры разберу. Так, ну что, еще очередной экономический раунд от Ложи. Шестой раунд, я забыл Редмона приписать. Но все-таки неплохо. Неплохо. Хоть и преимущество есть у Ложь, но зная, как играют Редмоны за дефенс, скажем так, одно не особо значительное в 5 раундов. Не особо, при том сейчас экономический. А, Редмун. Ну да, да, чувак. Угу, ребра заняли. Опять же, да? Мы помним, Red Moon, что парни отдают просто-напросто мидл. Так, забирай, забирай арку зелени. Рефлекс один, второй фраг, но один девайс есть у игроков. Если бы не героин, спина и плюс чех на хелпе. Сработали безупречно. Хоть зелень и распечатали команда ложь, но Red Moon не дали. Моментальные стяги проходят от них, вы это сами наблюдаете. И, конечно же, приносят это свои плоды. Ну что, 7-11 счет. Тема 11, 4 раунда преимущества есть, но, конечно, есть некие проблемы у Ложь, но это мы будем судить после сыгранного байраунда, первого в второй половине от атаки. Ну, смотрим, Тони будет выходить с люльки, будет пытаться распечатывать аплент, но игроки опять же дают мидл, вот, ай, зелень, нет, нет, там никого. Но все-таки опять, ребра заняты, два в пленте ковры, никто практически не смотрит, ну и теперь стягиваются потихоньку игроки, да?
4 игрока на точке А. Укрепление от игроков. Библиотека. Кто кого? Дерзкий забирает игрока. 19 хп остается у Дерзкого. Ой, героин, героин, героин. Два фрага от героина в пленте. Ну, в пленте всегда героин играет безупречно. Дерзкий. Мало хп, но все же делает свой минус. Второй уже минус в раунде. Установка пачки. Вся надежда на Инферно практически, если не будут мансовать. У нас игроки Инферно падает. Дерзкий разменивает. Ну что, Чех. Чех и Хантер. С одной и той же позиции заходят ребята. И сейчас будет спайк на приеме. Разыграть спайк. Отлично. Попадание есть. Надо добить. Надо добить спайк. Надо мансовать, конечно же, игрокам атаки. Для того, чтобы взять этот раунд. Ковры чисто. Флеш-граната за спину. Если не ошибаюсь, Чех забирает спайка. Еще один игрок. Дерзкий. 6 хп. Дерзкий. Нет. Хантер все-таки справляется с ним. Времени, конечно, хватает. Ну и в итоге это у нас 8-й раунд за командой Red Moon. 8-11. Ну, неплохой, так сказать, бай-раунд первой-второй половине. Ну, поддерживались, поддерживаем. Но все-таки не хватило немного команде Лош на взятие раунда. В итоге 11-8 и очередной экономический плюс один девайс у Дерзкого. Дигловой раунд плюс хай-эн. Ну, раскидочка, конечно же, есть. И выход на один из плентов хотя бы должен быть успешен. Хай, гайз, хай. Играют от минуса. Не понимают, как важен на форс-бай этот самый первый опен-фраг, после которого будут парни заходить на плент. Но опять же, не суются игроки Red Moon'а. Ну и спокойно принимать будут непосредственно из глуби плента. Да, ну что, смотрим. Выпад. Выпад есть, располагается опять в пленте безупречно. Героин, один фраг, героин, минус 2 от него, плюс ор. Но это, по-моему, ГГВП в этом раунде уже очевидно. Дерзкий последний игрок, один фраг от Дерзкого. Но спина от рефлекса прошла успешно. Я не знаю, честно говоря, эту информацию. Hello, African. Не знаю, честно. Что-то бы сказал, но нет. Хорошее количество у нас на стрим-трансляции. 209 человек. Вполне нормально. Ор забирает Инферно. Open фраг на мидле. АВП сыграла безупречно. Ну и что, неужели ложь присели? Не могут ничего пока что показать за атаку эти ребята. Но все-таки мы в надежде, да? Мы в надежде на то, что парни смогут что-то у нас предпринять. Прострел ковров. Пока никого. Пока никого. Ну и хорошо принимают плент. Тут уже вообще слова даже не нужны. Дерзкие. Минусует рефлекса. Минусует одного игрока. Ситуация 4 в 4. Красный ор. Ну и шансы есть. АВП ора падает. Дерзкий. Отлично. Очень важный фраг. Хантер, ой, погибает, а героин меняет позиции, да, то с плента на большие пески, то наоборот. 2 в 2, в итоге метод и дерзкий, метод погибает. Метод, где твой скилл, братан? За сторону дефенса, конечно, показывал очень хорошую игру, но за атаку что-то чуть-чуть просил. Некая дизмораль, что ли, пошла. Нужна тактика, что ли, для того, чтобы выиграть эту встречу. Так, один на дуге. Ой, дерзкий, отличный опен фраг, но это один в один. ХП позволяет у парня для того, чтобы разыграть этот раунд грамотно. 20 секунд до конца этого раунда. Героин продвигается по дуге. Дефьюз киты есть, спешить некуда. Так. Героин, 84 ХП. Один в один. Так. Ну, за тремя сидит и просто ждет. Слушает шаги от героина. Сейчас может допустить ошибку героин. Да, дерзкий на тайминг просто вышел парень на чек. И отлично забрал героина. 12 раунд за командой Лош. Ну и это не может не радовать. 12-9, 3 раунда. Надо еще взять 1-2 раунда для того, чтобы убить окончательно экономику Red Moon'а. И тогда будут очень хорошие шансы на взятие. На взятие сегодняшней встречи. Так, накидка ХАЕ гранат на мидл. На убийство АВП не проходит. Чех играет за закрытую, если даже не на П-пленте. Да.
Ну да ладно, все, точка А, готовят выход на плент А, ребят, от атаки, ну и очевидно, что у них получится, как минимум, занять ребра, но есть полнейшая информация у нас от игроков команды Red Moon. Да, есть, конечно, инфа, сейчас будет прием, давайте посмотрим. Опять же, в пленте очень грамотно располагаются, флеш-граната на чек 20, есть один парень, ну и большие Тони, отлично, open фраг, спайк, увидел голову спайк, но не получилось попасть по игроку, надо снять эту голову, героин неплохо забирает спайка, с ковров метод забирает, разбирает с игроком, но все, есть информация о том, что это плент А, ну и моментальный стяг, 2 в 2 ситуация, очередная голова от метода. Забрал Хантера, ситуация 2 в 2. Ну что, кто кого? Есть АВП. Надо мансовать, Инферно погибает. Рефлекс, хорошая голова на больших песках. Ну и теперь метод слушает. Слушает шаги метода, минус чех. Дернул, дернул метод. Минус 4 в раунде и взятый очередной раунд для команды Ложь. 13-9. 13-9. Ну что, это очень неплохо, я вам скажу. Выглядит такая игра, нам нравится, да? Ура! Ура, пишут парни. Ну, все нормально. Слушал, конечно, шаги в прошлом раунде. Это экономически у Red Moon. И, конечно, шанс на взятие раунда у коллектива Ложь. Шансы очень хорошие. Очень хорошие шансы у этих ребят. Спайк. Open фраг. Минус 2. Ну, опять же, да, разбираются на точке А. Парни занимались зелень, как я понимаю. И как хорошо все получается. Инферно. Голова рефлексу. Спрыг с ковров. Все. Точка А чисто, два игрока, располагающиеся на точке Б. Ну и один отстреливающий, дерзкий, минус один. Минус один есть. Вот на месте Чеха я все-таки попробовал бы выбить девайс у дерзкого и попытаться сделать сейв. Ай, Чех, минус один. Девайс отдает, но мне кажется, команда Ложь сейчас пойдет на выбивание этого самого девайса. Что не может быть плохо. 65 хп у Чеха, знак, где он находится, 100 у Инферно. Здесь уже без шансов. В этом раунде, да, очевидно, что тут шансов нету и не будет на взятие раунда. Но хотя бы девайс бы выбить, Чех. Эй, мог бы забрать еще Инферно, но не вышло. Один девайс выбит, в итоге их в сумме вышло два. Ну и 14-9. Сейчас надо брать. Red Moon'ам надо брать этот свой бай-раунд. Надо забирать. Так, второй мидл. Второй мидл от игроков атаки. Плент. Да уж, плент А. Опять плент А. Готовят парни ап в люльку. Уже очевидно, что выход будет. Ну а метод, должен понимать метод, что реально мидл не занимают. И практически контролить его не надо. Вот забирает сейчас ковры, вернее уже большие пески, либо же зелень, не просто открывая плент для своих игроков. Ну и выход будет очень и очень успешный. А вот и зелень, метод, отлично дернул, голова на уровне. Так, один плент, один большие. Метод, контроль от метода, нет, героин справляется с методом. Ор, еще минус ковры, есть парень на 20, спайк. И Инферно. Ну что ж такое, спайк. Отлично, голова одна. Библиотека не выходит. Перестрелять Чеха. 48 хп у него. Ситуация 3 в 2. Инферно и дерзкий. Подлагивает что-то. Хелтовый сервер. Чех. Минус один. Забирает Инферно. В плент зашел. В плент. Зашел парень. Нет. Ор забирает дерзкого. И очередной байраунд все-таки прошел не так успешно, как хотелось бы. 14-10, и что? На месте Ложь надо было сыграть экономически, как мне кажется. Что они делают? Force buy. Хорошо, я потом вставлю, чувак. Хае. Флеш-гранаты на мидл. На мидл готовится выходить атака! Прям под ноги спайку без... Армура, чувак, был без брони и, конечно, погибает. Да. Да, парни, это 1.6, кто спрашивает в чате. Ор, минус Инферно. Эй, все, ГГВП в этом раунде, очевидно. Для команды Ложь не получилось ничего сотворить на диглах. Но на следующем раунде будет поинтереснее. Метод забирает рефлекса. Ситуация 4 в 2.
Один еще погибает. Дерзкий. Есть девайс. Один против четверых игроков. Слышит. Слышит парня. Дерзкий. Голова. КТ спаун. Есть ли? А вот и библиотека. Да. Неуспешно. В спину. Ну, не слышал он его, конечно. Ну и 11-й раунд для команды Red Moon. Ну что, неплохо. Проходят. Проходят, парень. Проходит еще много очень чего. И по 1.6, и везде. Хо-хоу, плюха. Шприц от Инферно сработал. Хантера забрал. Поджим. Поджим от игроков дефенса. Неуспешно. Первый погибает. Хантер, отличная голова прошла у нас от Инферно. Но дальше чех пытается сканировать точку Б. Никого. Никого. Да, я с тобой согласен. Игра, так сказать, странная, но это так после того, как я сам перешел играть в CSGO, то да, знаешь, есть такое ощущение, что как я мог. Особенно после года зашел посмотреть. Ну ладно, располагаются парни не очень хорошо. Игроки атаки, 2 на миде, точнее 3 даже на миде, 2 на точке Б. Плент у Тони, ну и что, на точку Б готовится выход или как? Или как? Но выйти будет опять же крайне тяжело, у Чеха хорошая позиция, плюс хелпа, рефлекса. Ну, главное заходить втроем. Ну почему вы так удивляетесь? 1.6 еще есть везде. Чех минусует Инферно. Ну, нет информации по Чеху еще, плюс рефлекс на хелпе отсиживался и прием кафеля на уровне. Ну что ж, 12-й раунд для Red Moon, и теперь есть некие проблемы у команды Лож. Веселые парни в чате, общайтесь, общайтесь. Ладно. Ладно, ну что, выпад опять же на ребра. Опять мидл готовится в исполнении команды Лож. Они уже, в принципе, занимают его. Главное теперь выйти постом. И все, это провал. Рефлекс, чех, хелпа моментально. Посмотрите, как играет Red Moon за сторону дефенса. Моментальная хелпа на точку. Что ж такое? С Бэплента сразу стягиваются. И это, конечно, очень хорошо. 13-14. Comeback, Red Moon. Let's go. Один раунд отделяет от того, чтобы отыграться, но теперь у Лоши есть полноценный закуп, который им никак нельзя отдавать. Отдадут этот бай, то все, считай, пропало. Да, считай, пропало. Так что этот раунд надо разыгрывать очень грамотно и затяжной. Чтобы чуть-чуть, знаете, прибомбило у Red Moon'ов. Да, у Red Moon'ов, чтобы допустили ошибку, сделали поджим. Да. Что-то я не понял твое сообщение. Внимание, у вас осталось менее 10 минут. Чувак, ты о чем? Все. Долгий раунд. Укрепление на А. Пленти, чех, арка, зелень. И, ну, можно на Б. А на Б и готовят. На Б сейчас и готовят нас команда Лож. Но если будет выход на Б, то, я думаю, он должен проходить очень-очень успешно. Там всего 2 игрока. 2 игрока это, по сути, ничто, если будет заходить вся пятерка. Опа, Хантер минусует метода. Есть информация по точке Б. Дерзкий размен. Все, Б плент пуст. Установка пакета от Инферно. Ну и теперь, мне кажется, не отпустят ребята атаки у нас плент Б. Спайк сидит на миде, ждет стяга. А 4 игрока коллектива Red Moon будут стягиваться с хелпы. Ну что, выбивание. Будет выбивание сейчас. Или нет? Ну, интересная ситуация такая, я вам скажу, проходит. Но сейчас на пленте. А и спайк минус один делает. 2 игрока. Зачем? 2 в рукав. Дерзкий Инферно. Но это ГГВП в этом раунде, очевидно. Да. Очень долго тянули, я не знаю. Я не знаю, зачем это было сделано. 3 в рукав практически игрока зашло. Но это 13-15.
13-15, два раунда. Надо Редмунам теперь забирать для того, чтобы взять ничью. Я не знаю, есть ли тут овертаймы, но если не ошибаюсь, то нет, так как это групповая стадия. 15-13, и всего один раунд отделяют команду Лош от победы. И сейчас им надо забирать этот раунд. Или хотя бы дать, так сказать, да, шансы на взятие, на ничью. 15-15. Все, есть, есть у Редмуна все шансы на победу. Отлично был фейк-раунд в прошлом раунде в исполнении команды Лош на точку А, потом моментальный стяг на Б-плент, и распечатка также была на уровне. Так, чех уже находится красный, отходит. Лан проходит в Санкт-Петербурге. Ну да. В Санкт-Петербурге проходит этот лан-турнир по CS 1.6. Ну и сейчас, конечно, играют на Лош. Больше так просто бегают по карте и шумят. Вот сейчас рефлексы можно забирать. Это будет и делать метод. Арка зелень, один игрок. Плюс один на библиотеке. Да, в группах нет ойров, лист, все верно. Так, вау, рефлекс, что такое? Забирают рефлекс метода, метод не увидел игрока, 4 в 5, не в пользу коллектива Лош. Дальше. Дальше выпад спайк. Ну, должен забирать, да что ж такое, парни сыпятся по одному, рефлекс, забирает спайка. Инферно и Тони, выпад на Б-плент, инферно, 1 в 4. 1 в 4 и сейчас установка плента. Ну что, затащит ли инферно, этот парень может, голова чеху первая есть. Первая пошла, вторая на кафеле. Нет, не вышла. 43 хп. Так, минус 2. Еще осталось забрать двоих игроков. Хелпа. Хелпа нет, не выходит. Ор справляется с Инферно. И дефьюз плента пройдет на точке Б. Ну что, успешно. 14 раунд взятый за командой Red Moon. 14-15. Фух. Да уж. Ну вот команду Лош я еще помню с прошлого лан-эвента, который проходил. Там было так же, и парни, по-моему, заняли второе, если я не ошибаюсь, место. Ну, что-то в этом роде. Или даже не второе, а четвертое. Ну, честно говоря, я не помню. Да, не заточил Инферно. Последний раунд в сегодняшнем матче. Завершающий, так сказать, раунд. Ну, посмотрим. Посмотрим, на что у нас способны Лош. Будут разыгрывать очень-очень долго. Ну а Редмуны должны постараться взять эту карту. Точнее, ничью. Чех. Open фраг. Забирает кафель дерзкого. Да, не все так гладко уже. Не все так гладко. Причем у спайка... А, есть девайс, да, вроде. Но на точку Б. Под Б плент делает уклон. Понимает, что Б плент не так хорошо защищен, как точка А. Ну и на споте бы можно что-то сделать. Ой, арка зелень. Есть игрок. И рефлекс видел игрока, если не ошибаюсь, как раз на ребрах. И будет принимать. Не будет. Парни уже прочухали всю ситуацию, как располагается. Игроки дефенса по плентам. И это не может быть плохо. Отличная флеш-граната. Выход в плент. Выпад в плент. Есть парень по дефолту. Но кто не смотрит? Героин и ор по фрагу. Большие пески. И Тони справляется. 2 в 4. Ой, все. Я уже, честно говоря, не верю в то, что Лош заберут 16 раунд. Ну и как на меня, так это уже ничья. Да. Выиграли ничью команда Red Moon'ов. И счет 15-15. Ну что, поздравляем. Red Moon вытащили последние два раунда. И взяли 15 раундов в сегодняшней встрече.